В общем, игра сквош. Офигенная игра совершенно вообще, которая в себе что-то среднее таит между малым теннисом, пинг-понгом и большим. Ну и много деталей совершенно особенных. В частности, двое бегают по игровой площадке. Как попало, только начинать надо здесь. И первый удар должен попасть на ту территорию соперника. А дальше об эти стены не выше. Выше это аут. Другу сандалить, угласить, значит, чтобы вот поймать на двух ударах подряд от пол или заставить, значит, соперника балл. Ниже той красной тоже нельзя, самый низкий. Вот, вот я поиграл, проиграл, конечно, много раз, но ощутил вкус к игре и даже, в принципе, уже примерно понял теоретико-игровую стратегию, потому что, если, грубо говоря, вот ты чувствуешь соперник где-то вот там сзади, аккуратненько вот так, все тугу, раз-раз, бах-бах, он уже точно не успевает. И или он бежит в эту сторону, и ты вот так вот в обходе туда бьешь. То есть тут уже столько стратегий вырисовывается интересных. В общем, сквош. Приходите все играть, это крутяк.